Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова неуловимая тройка. Шустрила, Джек Шепард и Артур. Всем привет. Зондеркоманда, летучий отряд Скотланд-Ярда. И сегодня мы двигаемся за лодкой. Не уверен, что мы дойдем. Если дойдем, то будем идти всю серию. В общем, в ближайших планах на неделю у нас добраться до лодки и попасть на тот правительственный сектор, где живут жиробасы. И, соответственно, потрясти с них сало. И убить мэра. Там мэр с охраной. Мэр? Окей. Ну, да. Я сразу говорю, он твой. И все бегут в разные стороны. Спасибо, братан. Хотя я герой, Джек, он твой. Все за мной. Я знаю, куда идти. Почему вообще, почему герои с бандитами... Так, я... Машина едет, машина! Тихо. Он стреляет с пулемета. Ё-моё. Он меня задавил. Но я стрелял как мог. Я мёртв. Он же вообще не ко мне ехал. Ох, он меня срубил. Хороший начал серии. Начали, мать вашу. Но я пострелял по нему, успел. Я тоже пострелял, я ни хрена не видел, честно говоря. Ой, по-моему, это было круто вообще. Бегу по полю. Не норм, да. Да что, с первого удара кровь идет, ну как вообще так? Ну это как корни сервер. Вообще это красиво, Джек. То есть, когда этот джип приехал, мы, в принципе, неплохо его пришутили, но Джек у нас самый красавец. Он никто бы, все бы, все бы остались живы, если бы игрок был честен. Да. Я вот просто этот... даже сам не понял, как я водителя убил. Только потом ребята так сказали. Этот умирал еще до смерти водилы. Ну, то есть, я с Домера там нащелкал просто труба. И ты один, поверь мне. Ну вот, мы с тобой вместе. Было весело. Очень. Начинаешь серию, и тут приезжает машина тебя убивать. С пулемета. Больно, да. Причем такое. Нацелено причем. Ночью. Все круто. Интересно, а что, второй бомж был без щитов, что ли? Ну, типа, в голе я на пулемете. Да, такой сплошь и рядом. Я не упал. Ну, типа, я, то есть, не знал. Думал, если Коля купил, то и Паша тоже на обеде скопил. И Сережа тоже. Как там, Толя любит мамбу. А мамба вас ненавидит. Мамба вас ненавидит. Так, я подбегаю к камням где-то. Я там бара бегу. У меня спал немножко дурацкий со стороны моря. Блин, я хочу тряску башки убрать вообще. А, так я понял где, слышишь, я в этом. Недалеко меня поставили от города, который с военным заводом. Ну, с военной полосой. Если чё, парень с Ленфилдом. В руках это я. То есть ты уже подходишь... Нет, я Максу. Ты уже подходишь к тому городу? Угу. Нет, я иду не к городу, я иду там, где мы договорились встретиться. Окей. Я на этот город наплевал. Смотри, нахер его. Мы идем в сектор Б. Сектор Б. Давно пора уже. На барабане. Что-то хотел сейчас сказать и совсем забыл. А, Джек, ты разжился Ленфилдом бандит. Ты я такой. Я разжился где? Я был в амбаре. Играл без нас, да? Я в амбар забежал, и это прям на записи было. Я же вижу, Джек. Я 10 часов тут отбегал, прикинь. Вижу, Джек. Я пошел кооперировать с енотом, все. Вообще, зрители, мы знаем, вас тоже уже задолбали камни, но это ближайший путь просто к тому месту, где можно получить лодку. Поэтому мы появились здесь. А мне кажется, наоборот, тут био, места боевой славы, здорово. Как я на пожарке тут мы рассекали. Классно было. Правда. На беде просто мы... Блин, я скучаю по ней. Мне все-таки интересно, как нам тогда, помнишь, колеса сбили по-дурацки два шнобеля, которые на поле стояли? А там нам прям с печенегов, с дымеров, о победе хоть бы... Вообще. Беда. Она еще просит, говорит, давай, стреляй. Давай, я все выдержу такая. Мой поломанный водитель, да, куда-нибудь меня увезет. Шепард, а ты где? Я бегу вот уже к задним, где я машину прятал, помните, когда кругами наворачивал, назад потом за здание отъехал, вот я к нему бегу. То есть вы сейчас затыкуетесь, и я через минуту уже подойду. Но... Я, Макс, прибегу Шепард, с той стороны, откуда мы с тобой на машине ехали, помнишь? Я понял, я прибегу от человека, решать. Заметил, который сзади по лесу пролез. Все, отлично. Ничего на свете лучше нету. Чем ради друзьям по белу свету. Ну как же так вообще? У нас вот такой драконовский закон, теперь на улице курить вообще нельзя. И в строго отведенном для этого местах тоже. Только поддерживай этот закон, да? На самом деле. Просто
Погоди, у нас такой закон. Я что-то слышал, но вроде как паники особо не было. Вот какая разница. Но. Никогда не курил. Мы все за здоровый образ жизни. А смысл? То есть, когда курил курение, тот мод. Зачем? Знаешь, просто от нифиг делать вообще. Это такая дурь, она только здоровье твое портит, а в принципе ничем хорошим. Да-да-да. Единственное объяснение. Многие скажут, я вот работаю. Вот, например, нервы там, да. Нет, не нервы, а вот, например, перекуры. Все идут курить. Вижу. А если да, видишь меня? Я в это время работаю. Я на том камне, помнишь, четырюк где сидел? Ага. Ну, не четырюга, мы думали, что он четырюга. А нет, просто... там вот это, кстати, были кемперы эти были, они хоть и суки падлы, но они были нормальные ребята. Watch your language, please, sir. Да. А, ну так это что, литературные слова? Ну, да. Особенно падла. А чё? Чё за литературу ты читаешь? Падла! Ой, блин. По-моему... Кто-то блин, палится на этой горе. Нет, я знаю, что парюсь. Я просто, чтобы тебе видно было. Но. Так, я вижу, на горе сидит какой-то бандит. Только сидит курит. Я сленцел, да, целю, стреляю. Я одет как... Нажально! Я вижу, бежит около завода кто-то. Это я. Это Джек бежит. Здорово. Можно я в заводик забегу, может там что-то есть? Я думаю, не... Бензин. Да. Но ты говоришь, думаешь, не стоит. Фигня. Стекло. А, мне плохо. Совсем плохо. Разор. Ноги не носят. Ноги. Камешек холодный. Жарит. А, я думал, тебе в ботинок камешек попал. О, хорошо. Господи. Джек! Дайте Оскар этому человеку. Мальчик мой! Ты где? Я не вижу тебя. Джек, ты блин. Братан! Максим! Я бегу! Братан, плохо! О, что, Иисус? Я не буду их убивать, они же мои друзья! Сколько? 7 штук? Артур! Ты где? А ну стой, бандит! Театр одного актера. Ладно. What? Кто? Что? What are you talking about? Кто на меня бежит? Я. Зачем? Я просто хотел проверить, если мы лбами столкнемся, то умрет кто-нибудь из нас. Ну. Кстати, у тебя ничего такой костюмчик. Макс, я смотрю, тоже с оружием. Так я только что бандит там пришел без базара. А, да-да-да, ты еще кричал, так я типа, а, полздоровья, все дела. Ну ладно, так, мы вместе. Мы в гору бежим. Что еще нам нужно? Зачем нам в гору? Ну, Макс нет, бежит в гору. Нам через гору, и там лодки. Мы же замерзнем. Нет, перестань, я горячий парень. Ну смотри, если я заболею, будет насморк. Мы согреем друг друга теплом своих тел. Джек Шепард на меня. Помнишь, не Макс? А кто знает, тут... Ой, тут все такое не, лучше буду бежать и смотреть назад. Парни, смотрите вперед, кто может, потому что у меня крови маловато, я если смотрю, то я вижу. Я смотрю назад, потому что я не хочу видеть вот это вот белое все. А, то есть у вас оно тоже. Мы в каком-то белое? Чистилище, знаешь, вот так камеру приблизить, когда вокруг ничего не видно, и впереди ничего а, нет. А люди, кто смотрит эту ночью, простите меня, пожалуйста. Солнечный свет. Ну, может, кстати, вебку включить и с вебкой играть, как думаете? Интересно будет? Не мой вариант, мне это вообще не нравится. Да. Мне на самом деле тоже, но может просто интереснее будет. Всем интересно смотреть эмоции, но все будут удивлены, когда я просто с каменным лицом... По лесу бежишь, час такой. Все это происходит. Уже. Нет, не по лесу, даже в самую ответственную заваруху я просто... Ну, сосредотачиваешься же и все. А ну, перестань, какая сосредоточенная. Я спать хочу, еще такие. Окей. 16 бандитов, минус 1, минус 2, минус 6. Одуванчик. Зарядил снова. А, это одуванчик убил. Да, одуванчик наоборот прорешал. Я бы хотел сейчас вертолет. Вперед, вон налево, и через остров убью типа. Давай. Давай. А вот не буду. Одуванчик, ну за что? Ну ладно, смотрите, смотрите, прям в голову. Давай. Угу. И птица такая сразу улетела оттуда. Ванда. Блин. Макс, ну как ты так? Я стрелял не с Макарыча, правда, но ладно. Ничего не знаю, да смотри, как вовремя все попало. Да, жестко.
Там, наверное, все сейчас просто остановили видео, решили посмотреть, кто из чего. Нет, будет топовый комментарий. Кто подумал, что Шустрил убил того чувака? В топ, плиз. У них пикнул скайп, у меня тоже скайп пикнул. Кто посмотрел, что у него скайп пикнул? Так, когда смотрю вперед на Джека, я вижу только Джека, бегущего в чистилище. Ты смотришь, это Артур. Я сзади, да. Это Артур бежит по чистилищу. Я говорю, ну чистилище и... О, смотри, немножко травы. Мне страшно, мы тут не скатимся, ты тут бегал уже. Я? Да. Тебе как, по-честному или успокоить? Беги. Это ты нас сюда завел. Так я вообще бандит. Так и нет. Нет, я убил бандита, кстати, мне героя не дали. Моя карма вся слилась. А, ну и к черту карму. Все, теперь я отнемчу. Теперь я смогу не быть бандитом, а стать добрым человеком. Я смогу мстить. Вообще вот сейчас кому-нибудь ДШКМ поставить вот там на аэропорту и по нам посадить. Ох, а вообще сейчас бы три вертолета с ботами летят, и никуда нам не деться уже. А я с Винчестером взрыву, как того типа через остров. А у меня Ленфилд, я начну стрелять по себе. Макар, я причем. Макарыч, он даже застрелится нормально. Вон это антенка справа, вот я по ней бежал. Антенка справа? Что он говорит? Наверху. Что говорит этот человек? Ну там справа есть антенка. Тут рестарт сервера. У тебя совсем что ли светло? Да, когда мало крови, то есть это чистилище просто. Окей. Да. Зачем? Зачем рестарт сервер? Что вы? Что зачем? Так, на вход нормально все будет. Па-пара-па-па-пам. Смотри, я какой старый, я все время тебя обгоняю. Почему? Потому что много пьешь и слушаешь музыку. Ну, по твоему внешнему виду, если смотреть. Ты про меня? Ага. У меня просто во мне 300 миллиграмм крови. Ты, кстати, в леггинсах. Дело совсем не в этом, нет. Я понял. Здорово. Блин, машину бы найти. Было бы прикольно. Ты со мной не шути. Я сейчас пулю как закручу, как того парня. А я тебе сделаю 360. Это что такое? А, три, типа в прыжке? А. С разворота? Конечно. Сейчас бы... Вот кто бы сейчас по мне стрельнул с М107? Зачем? Давай я. Ты стрельнул бы в него. Он бы охренел от такого, знаешь. Не стреляю в парня, он разворачивается, начинает по мне с Винчестера убить. Он что, ненормальный? А, господа... О, Ленфилд, это я был. Неправда. Правда. Я инсквая. Не, я просто так бежал назад, что я даже испугался. Нет, я развернулся, просто вас потерял, у меня в такой зоне были. То есть прямо по центру. Блин, я не знаю, этот сервер просто вытрахал мне мозг за предыдущие две серии, теперь я доволен, что мы на новом сервере, и здесь все будет с чистого листа. Все четко. Team Vibe второй раз. И уже здесь-то мы можем быть добрыми. Добрыми? Ну, конечно, такие сейчас. Есть... Нет, я в меру разумного, просто тупо там на пулемет. Ну, если по нам стреляют, понятно, что как бы... Помните товарища, которого мы... позапрошлой серии, он выбежал, и я им кричу, уходи, там, мы его попугали. Вот ну это, да, девчонка вот эта. Ролеплей самое то. А... Попугали? Не, надо было, типа, ну да, можно, я бы ему коленку прострелил. Я пострелял перед ним. Пули посвистели, он убежал. Как только ты придешь в себя, если я тебя здесь увижу, то все. Я буду стрелять, я убью сначала себя, потом тебя, да. Я обожаю вообще выбивать людей из сознания, потом хватать их, ну, перевязывать, хватать, тогда они не представляют никакой угрозы. Ага, колени простреливают. Добрые. Это там крепость, да? Вот это то, что нам нужно? А, где нет. Ты крепость увидел? Нам вот через эту гору надо выходить к так морю. Вот же, нет, по сути, я по дороге смотрю, я это место уже как свои пять пальцев знаю. Ну, вот эта вот дорога идет вот от аэропорта направо, она ведет к крепости, и по сути это и есть я вижу церковь. Любой, что ли... Церковь, рядом с ней, да. Да, да, я за Артуром. Артур у нас место. А, точно, да, крепость, церковь. Люболь, что ли, как-то. Люболь. Зачем топтать мою любовь? Люболь. Ее и так. Зачем? Я вижу машину. Машина слева. И наверняка что-то. Что-то. Машина заныканная, то есть. Бронированная. Победа. Это ты? Нет, это не победа. Это местная. И такой человек бежит к своей мечте. Это двуместный, заделанный Тавиан-транспорт. Па-ба-бам, па-бам.
А, ты бандит. Пам-па-пам. Па-па-бам-па-пам. Пам. Так, я, честно говоря, вообще... Мне кажется, колесо сняли, может, даже парочку. По-моему, она вообще в полном порядке, и мы сейчас сядем и уедем. Но вдвоем. Машина в прекрасном порядке, но у нее снято колесо. О, у нее еще спереди эта штука поставлена. От Witch. А какое колесо снят? Что у нас тут? Очки? Сложно сказать. А внутри ничего нет. Ну что, накажем парня? Я предлагаю... Кто-то один караулит, другие так двое идут, колеса нет. Не-не-не-не-не-не, мы не караулим, мы просто пойдем найдем колесо. Блин, это же машина. Хотя, блин, ребята, это у машина. У нее всех четырех нет. Да? Да. Как ты видишь? Подошел, у меня РПР есть. Это... А, понятно. А, все-все-все. А вот, ну а, тогда меня, уходим. Я с бандюка тулбок сделал. Тогда уходим. Короче, ну, ладно, да. Просто. Была-была. Служи своему хозяину. Верой и правдой. Артур, ты побежал не туда, куда мы бежали? Я бегу туда, куда мы бежали. Ладно. А я бегу за Артуром, хотя я его отпущу даже чуть дальше, пусть бежит. Ты же сказал, что мы в крепость идем. Да, в крепость идем. Жак, а ты его отпустил меня чуть. Вот так. Но нет. Та-дам. Чё-то у меня как-то все слишком ярко. Гамма убавь. Да нет, она убавлена. Просто ты при смерти у тебя. Ловлю миражи, мне нужно попить тебя, это вам да. Еще не нужно? Нет. Жесть. О, как все светло стало. Не, я уже попил, все. Я просто Джека вперед пропустил, Джек бежит за тобой. Шустрый ты. Однако. У меня есть, если что, РГД, то есть я умру красиво. За мной идете? Да, вон я вижу крепость. Так, крепость. Парни, кровище меня! Если бы мы пошли в Екатеринбург, можно было найти кровище. Да нет, не умер. Мы, в принципе, когда не тупим, мы команда такая, что вынесет вообще всех. И когда не ночь. Когда не тупим, и когда не ночь, именно. В принципе, у нас очень неплохо это уже получается, как показали предыдущие две серии. Но Жак. При этом... Ау. Так, понеси меня. Кузьмич, нет. Ой, аккуратно, тут такой обрыв. Я понял. О, какой, дайте посмотрю. Ой, что-то меня качает. Ой, пока, парни. Это не обрыв. Пойдем слева, зайдем. А вон и море. А по-другому не обойдем. Что-то нет, я отказываюсь. Я пойду, да, слева. А тут есть, типа, вот я слышал, что священники в церквях любят периодически пить кровь. Да, ты зомби что? Уже внутри. Уже внутри? Зомби уже захватили этот аванпост. Ага. О, кстати, жду не дослушать. Справа можно, кстати, Артур, пройти. Я видел. Че ты туда? Я бы, честно говоря, за кем-нибудь из вас пошел, потому что я с Макарычем только попал. Я бандит с Ленфилдом. Ну, я не сам. Не... О, нет, тут много зомби. Так, я согласен пойти в вашу сторону, да. 5-6 где-то. Все кучки на меня пошли. Здесь чистота, свобода, порядок. Свобода, равенство, упящие. Пыщ-пыщ. Реально. Блин, так давно это было. Красавчик. Нет, это уже медведь. Красавчик. О, заяц, заяц. О-ха-ха. А вот этого нет. Ну, тут у каждого свои зайцы. Опа, бин-бин. Тормози. Сейчас сзади такая машинка едет аккуратненько. Ой, нет. Господи Иисус. Нет. Это всего лишь зомби, который сквозь дома бегает. Парни, церковь. Церковь сейчас. В церковь. Я иду, попы, спасайте. Кто-то может сказать, я вообще в полный рост бегу или как? Святой водой, парни, святой водой. Хорошо. Заливайте. Там БРДМ. А, я на ходу. Тут так, лежит. Я встречаю. Ленфилд лежит, но без Макар. Патронов. О, да, Макарыч, да, что патронов, парни, тут кто-то есть. Макарыч, М1911. Господи. Братья и сестры. Тут лежит. Вон, М1911, Макс, лежит. Там у меня есть винчестер. А у меня чё? Я принимаю вахту. На патроны кончились. Я понял, принимаю вахту, давай, иди, долби. Этот себе. Я пущу Макарыч с кучей патронов. Не, я Макарыч с патронами взял, а пусть он возьмет М1911. Артур! Вот здесь, вот здесь патроны. Да, я говорил, но нет патронов. Артур! Че? Вот тут лежит пистолет. I know that. Окей. Где мой черный пистолет? Я тебе могу, Макс, одну обоймочку на Ленфилд дать, если что.
Что дать мне можешь? На Ленфилд могу дать 10 патронов. Если да, что. Я согласен. Черный пистолет. А, нет, не могу. Все, соврал, не могу, у меня только одно. Бандит, уже ничего, я хотел винчестер тебя дать. Так, аккуратно, мы что-то сейчас точно поврезаемся. Так, я предлагаю продвигаться дальше к морю. Все, у меня есть что, одна обойма кольта 911. Я так понял. Я... А можешь разрядить ее в человека какого-нибудь, бандита. Да, я хотел сказать, что я для одного человека, в принципе, вполне себе. И кто куда? За стены церкви вперед, как мы прибежали. Артур в один проход, Макс в другой. Вот я иду за Максом. Красавал, а где Артур? Я за вами иду. Окей, пойдем вниз. Мне постоянно показывают, что ты, Макс, ко мне бежишь. Нормально, нормальные рисунки, короче. Не смотри, я отвернулся сразу. Ну, вообще-то они были еще в первой серии. Ты их не видел, что? Да. Нет. Я в первой серии еще говорил, показывал. Эббать США. Эбба. О, вон бар, ребят. Пойдемте в кабак. Загуляем. Гульнем. Не вижу. А он слева вертолет разбитый. Так, ты в кабак, а я пока смотрю здесь, чуть-чуть на улице. Хорошо. Я в кабаке. Будет что стрелябельный или там хотя бы скорпион, пожалуйста, дайте его мне. Понял тебя, взял нож. Я начинаю кушать все, что здесь есть для крови. Ох, как я соскучился по хардкорным серверам. Погибли. Я даже не думал, что это мне будет. Так. Чё? А, окей. Рестарт. Увидимся. На меня бежит кто-то. Вас, господа, лодка. Подожди, лодка? Или что это? Это не лодка. Лодки нет. Где лодка? Она не здесь должна, тут там даже спавна нет. Короче, я бегу направо, чтобы слева от меня была вода. Подождите, я здесь есть небольшой пирс. США тут всяко. Вообще. Понимаю, Вера чуть-чуть лежит. Ну я запись продолжил, если что. Я тоже. Пам-пам-пара-па-пам-пам. Что там ты говорил? Море ну, чё, с правой стороны, да? Слева. Море слева. То есть мы сейчас идем, понятно, по другой стороне. Mm-hmm. Я чувствую, это чё такое? Шепард, стой. Ау. Не показалось или что это такое? Чё-то справа тут какая-то штука такая странная. А, замечательно. Меня коснули. Машина, но походу текстурная. А, я вижу вас, парни, вы правильно бежали. Ну, сейчас, подожди. Шепард, аккуратно. Я зайду сейчас в дом. Чё такое? Мэрия. В нем, насколько я знаю, ничего особо не бывает. Вот, это какой-то генераторная.
второй этаж иду. Вижу Марию. Я на втором этаже. Ага. Из тебя кровь идет. Да, я перевязался. Тут пусто. У тебя что, с паника, да? Че, да. На, еще на верхний этаж? Устраиваю дебош. Я на самый верх пошел. Да тут нет, тут на здании ничего не бывает. Вообще ничего нет. Позор написан наверху на табличке. Хорошо. Надо идти. Надо идти. Они идут. Они наступают. Я умер. Умер. Вы знаете, что только что произошло? Зомби, что? Который как? Снизу под текстурой разогнался, ударил меня с головы в яйца, сломал мне ноги, и я упал и умер. Он просто вбежал в меня. Как машина. Артур, тебе нужен бинт? Я вообще не могу стрелять, ничего делать не могу. У меня свой баг. Макс, ты тут сидишь мертвый. Он мертвый, он не сидит, он лежит. А, возьми с него винчестер. Угу. Сейчас, подожди, у меня инвентарь пропал и вообще все пропало. У тебя была еда, я так скорблю. Чё такое? А, понял. Вот, простите, я выстрелил. Шус, как это произошло вообще? Блин, это пипец какой-то. Ну, на записи посмотришь, там тупо он разогнался и в яйца мне как бабах головой, и кости, и сразу там вся кровь ушла за раз. Так, я винчер возьму. Он как из-под земли. Без подзажа. Угу. Бандитский. Мы тебя тут раздеребанили в лёгкую. Вообще. Тогда я с этих... Как люди мне писали к серии Т-10. Сзади зомби. Как люди мне пишут к 10 серии, типа... Бегите, бегите до лодок. Что должно было быть, типа... Макс, ты погиб, я буду так там без тебя, тут как, что буду делать? Что происходит на самом деле? Джек молча лутает Макса и убегает на машине. Шепард, ты идёшь за мной? Да, 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 да. Е-е. Так, в общем, бежать я чувствую придётся довольно долго. Я обожаю Дейс за его баги. А это вот не Дейс, это Ориджинс. Ну, как бы это Дейс, но... Дерево. Я надеюсь, что пик только не будет.
Назад пошли. Я понял. Хорошо. Хорошо. Блин, ребята, мы уже третью серию пешеходим. Надо найти хотя бы ребята... Согласен, хоть что-то надо найти. И Максим окажется в середине острова такой: пацаны, приплывите за мной. Guys? Guys? Когда вы приедете, я такой буду порванный, знаете, это что-то. Такое, как команда такой, с пулеметом. Ни хера, остров маленький будет. Я там буду стоять, мои Ты у меня. Ты нормально, у тебя ноги нормально? Да, да, да. Не прыгай с высоты, пожалуйста. Я не прыгаю, я аккуратен. Ну, слева от нас вода, да, Макс? Мы с пирса направо и уходим и бежим. Где-то здесь спаун, да? Да. Когда вы бежите до конца, там должны стоять две лодки по плану. Хорошо. Мы этого места глухое, возможно, мы здесь найдем что-нибудь. Чью-нибудь машинку. Вы меня раздели, да? Там ничего не осталось на дверь? Ну, фактически все забрали нужное. Одни кости лежат. Даже их нет. Пугом. Мы же договорились не петь. Мы не поем. Я тоже буду. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Блин, какого черта вообще? О, у нас какой-нибудь будет серьезный летсплей по этой игре. What's going on? What's going on? What's going on? Попы в конец охренели. Выползают из церкви прям пьяные. То есть ходить не может, но лезет. Сейчас я свою машину BMW и поедет по дороге. Не собьет кого-нибудь. Сколько можно, да? Сколько можно, попы? Постыдились бы. Ой, я вижу гору. Мы тоже. Класс. Мы по ней движемся. Мы по ней бежим. Да. Ой, тут такое место, что вполне возможно скатиться. Помнишь, Джек Шепард? Нет, я не хочу помнить. Это был на мать. Мы выживали, как могли. Детка. Смотрелись, как могли. А прикинь, сейчас мы подбегаем к лодкам, и мы видим, как кто-то в метре от лодки уже подплывает к ней, садится в нее, начинает плыть. Что ты будешь делать, Артур? Уже заводит уже. Да, уже такой заводит и такой, типа, одевает боцманскую шляпку. А ты ему кричишь: я мирный. И достаешь Энфилд, начинаешь стрелять по нему. И такой: мой друг с Энфилдом тоже. Не улыбаться. Есть там кто-то около лодки, он труп, все. Окей. Но я мирный, да. Я мирный, как бы. Я мирный, но. Но тот чувак мертвый, да. Это моя лодка. А лодка. Надо было все-таки два колеса снять, наверное, с беды. Надо было все-таки четыре, вот как эти парни, чтобы кто-то подбежал, такой типа: блин, нет, четырех колес надо уходить. Кстати, самый классный антиугон. Мне почему-то кажется, что с этого вертолета тоже слили бензин, который мы нашли, помните, тогда. И. Сняли омрот и прочую штуку. Столько людей мне писали: Джек, как ты мог проехать мимо двух вертолетов? И причем я кричал: тут два вертолета, чуваки, и вроде как не стоит их брать. И все такие: как вы могли бросить два вертолета? Это те ботовские, что ли, которые? Ну, когда я, помнишь, только выехал ты из этого, из пожарки. И зрители. Ага, выскочил со сломанными ногами. У него сломанные ноги, у него машина при смерти была, ему нужно было добраться до нас. Два вертолета, Артур. А там это аргумент. Главный. А вот если бы Джек вылез, его пристрелили. Все бы писали: фу, нуб, зачем ты это сделал? На кой ты хрен? Понимаешь, это палка с двух концов, короче. Вообще. Джек, ты бы сделал не. Мне еще повезло то, что я когда развернулся, поехал, они уже куда-то улетели, не стреляли по мне. А так бы мне сказали: что ты развернулся, поехал за ними, уехал бы далеко и другим путем к ребятам бы погнал. В любом случае, я бы проиграл и был бы лузером и отстоем. Так, ты видишь лодку? Нет, и ты так далеко вперед упорол, что я уже тебя не вижу. Ну как, что, правда? Я знаю где-то. А вон я вижу тебя. Ох, хорошо да. Тут. Свежо. Да, ляпота. Ночные серии уже просто. Я их ненавижу. Но, поэтому я отдыхаю сейчас. Это круто. Та-та-та-та-та-та-та. У меня сейчас телефон сдохнет. У тебя карта там открыта, что ли? Нет.
У меня там зарядка просто кончается. А, вот вообще. Да ладно. Шепард, по-моему, нас кинули, расходимся. По-моему, лодки нет. Да ладно. Мы сейчас к каменям придем уже. Мы сейчас уже, по-моему... Подожди, вы что, в сторону каменей пошли? Да мы сейчас в Чернорусь уже прибежим, мне кажется. Так, по берегу, по берегу. Макс, ты нам сказал от этого Любеля, какая там крепость. Да, бежать по берегу, чтобы слева море. Сторону, чтобы море слева от нас было. Точно, и вы должны прийти к там такой тупичок, и море там спереди. Мы бежим... Тупичков пока не замечено. Вон, вижу, там маяк, да, в конце? Маяк? Да, маяк. Давай. Ну как бы идет вот так вот на левый берег идет и маяк стоит на краю. Там около маяка, по-моему, стоит УАЗик, что ли. Я не вижу, я не вижу. Там маяк там есть в конце? Все, да. Угу. Но вот если вышли так в море с левой стороны, с левой стороны не было лодок, то их там не будет, ребят. Так до маяка-то бежать или что? Потому что столько времени уже бежим. Вот как вы не доходя до маяка, Артур, но их уже нет. Слева, но если двух лодок нет, значит все. Нет, все, то Джек уходим направо. Подожди, а что там такое? Ты присмотрись, ты можешь увидеть, нет? Что там слева от маяка? А, нет, это мне показалось, это там просто вот теневая сторона. А ну, сходите к маяку все-таки, встретите. Ну я, да, добегу. Ты за мной пока беги. Окей. Что это были за звуки? Это... Соседи буйные. А, бывает. Прикиньте, была бы тут подлодка. Прикиньте, захватить. А, атомная такая всплывает. Но. Кому на сектор Б? Полтиннику скинулось. Полтишок. И там маяк другой, с другой стороны. Итак, искали две лодки, нашли два маяка. Охренеть, сбегали. Два маяка? Да. Где-то второй маяк увидел. Парни, на другом берегу. На другом берегу. А, да, смотрю, на другом берегу на самом деле. А, и там тоже, кстати, лодки на другом берегу. Ну, туда если... То есть мы туда поплывем, что ли? Нет, вы обойдете по контуру. Нет, в принципе, плыть-то, я не знаю, секунд 30. Ну, не так. Секунд 30? Ну, нет, ну, секунд 30 уже так. Ты посмотри, просто ты не видишь. Он просто 30 секунд проплывет, а потом утонет. Нет, плывите, поэтому... есть 30 секунд, да, конечно, плывите. Ну не, ну побольше, конечно. Но недолго. А что побольше-то? Ну, минута, ладно. Внимание! На смену сериям они бежали по лесу полчаса. Они бежали по берегу и плыли. Они плыли полчаса. Смотрите в кинотеатрах. Я бегу. С 5 июня. С 5 июня. Пловец. Я бегу. Пловцы. Или как этот фильм был? Человек и в конце так ту-ду-ту-ду-ту. Пью. От создателей фильма «Человек-амфибия» и... Бегущий человек. И бегущий человек по лесу. Тебя готовили к этому всю жизнь. Но ты все равно не готов. Ты обучался у лучших мастеров. 100 метров. На берега стоит. Смерть, страдания, мелководье. Ванная мобиль. И прочие шалости. Интересно, ванная мобиль лупит по этому, по воде? Кажется, нет. Мне кажется. Знаешь, что будет сейчас самым вообще жестким? Если, если я... ты упадешь с маяка, это будет... Да, поднимусь с того, я упаду, сломаю ноги. И такой, Артур, тащи меня на своей спине вплавь. Это серия какая-то комедийная получается. Прям совсем. Вообще, на маяке можешь что-нибудь выспаться? Около него, по-моему, велосипеды бывает. Нет, не, там нет ничего, прости, братан. Так, я выпью колы, сейчас сниму себе там одежду, только в плавках осталось. Эй, погоди, я сейчас подойду. Нет, я первый. Я должен это снять. Блин, я уже по колено в воде. Ну? Да погоди, я уже спускаюсь. А, моя нога. Шутка. А, my leg. My leg. А вы заметили, как Happy Wheels загнулся, кстати? О, что такое Happy Wheels? Где? Ну где осталось это? Только вплавь сейчас идти, чтобы вертолет нас настиг. А здесь мелководье. Да, хорошо. А, но мы летает, будем очень медленно идти, на да? Зачем ты это делаешь? Он симулирует плавание. Это сейчас тоже увидишь. А, это бот, это три вертолета, парни.
Я понял, да стою Макар, идите сюда, суки. Давайте поговорим. Блин, с камеры от первого лица это пипец, меня качает вверх и вниз. Как жизнь, как плывешь. Какой мы жопы вообще. А Макс сидит рядом с лодкой и жжет просто про себя. Нет, знаешь, аккуратно за волнами прячусь, ты как взглядывай. Сказал паяч. Не, он сидит за лодкой, не знаю, где-то в доме. И как не вообще в это поверить? На секторе Б. С мэром, чьи гоняют. Хорошо, говорит, мы их развели. С тушеночкой. Пусть ищет нам. Блин, я так хочу найти этого мэра, и так хочу ему выпилить и сказать, нате, сука, за все, нате, сука, за завод, который простреливается полностью, стены текстурные, нате, сука, которые бегают под землей и ломают мне яйца. Лучи, сука, за ноги сломанные, постоянные, просто так. А у него можно узнать адрес Рокета, наверное, чтобы ты к нему съездил, там, за весь этот бэтный ДЗ ему высказал, да? Ой, че такое, Артур? Вот и меня зови. Че Артур хотел сказать? Я хотел сказать, что мы, по-моему, будем плыть немножко больше, чем я... 30 секунд! Я тебе поверил! Цифра тоже понравилась. Макс, я доверял ему. Я доверял ему. Он предупреждал нас. Блин, они сейчас реально меня расстреляют, парни. Маяк, мне кажется, знаешь, как в Alan Wake. Выстрелишь меня. Я не могу тебя убить. Шутки шутками, но вы тоже в зоне риска. Я знаю, нам деваться некуда. Главное, вплавь-то внутрь не уйти. Знаете, сидят рывками такими дурацкими. Смотри, Ван Дам пишет. Соседушка, а ты где? Видите? Синим чёрт. Ну, короче, я даю вам жить. Если вы сейчас за 4 минуты не переплывете, вам конец. Дед. Ой, я слышу вертолёт. Дед, где? Слева? Серия. Артур, где вертолет? Показалось. Или ты гонишь, или да, его нет. Не, показалось. Вот здесь нужно, как в GTA 5, переключение на всех трех персонажей. То есть за любого. Мы бы все на Макса перецепились и все. Он бы бегал, мы бы смотрели за него. Просто я бы там рука попал. Кто-то ногами управляет, кто-то руками, а кто-то смотрит направо. Прикинь, какой гибрид был бы. И стали чуть поближе. Прикинь. Мне кажется, что остров отдаляется, а мы на месте движемся руками. Нет. А ты куда двигаешься? Ты к нам идешь, что ли? Или ты да он в секторе Б уже сидит там, тусует. Я бегу, как надо, то есть по стороне. Артур, мое предложение. Узнать, где сектор Б, вот сейчас от нас, развернуться в ту сторону и пилить. А человек так же делал, кто-то в комментариях я прочитал. Приплыл, говорит, с Макарычем на сектор Б. Хорошо, говорит, да. Сколько дней? Не знаю, много. У меня пальцы болят держать кнопки. Хорошо, что там не было игроков. Короче, перестрелял всех ботов, разжился там много чем хорошим и сидит довольный. Король там, да. А, то есть назад плыть уже не вариант. Погоди, погоди, то есть ты хочешь сказать про мэра, это на самом деле там есть NPC-мэр? Ну, блин, комментарий попал в топ. Я понимаю, что комментарий про девочку тоже... А, я просто думал, что ты как бы прикалываешься, там мэра сам придумал вроде как и... Нет, yes. Он как бы есть. Уже. Ладно, Макс, мы приплывем к этому маяку, куда дальше нам от него? А вот, чтоб тебе назад, как вот, назад. Окей. Нет, вдоль моря, то есть назад. На середине переправы, да, мы с Артуром такие. Макс, ну чё вы где? Мы плывем, куда плывете? Так назад. Зачем? Смотри, передний маяк уже ближе, чем задний. Вот это да. Нет, это не так. Я думал, у вас там настолько... То есть я думал, как? Артур сказал, да ты посмотри, там близко 30 секунд. Я думал, что это можете стать реально, ну, то есть... Он врал тебе, он всем нам врал. Нет, оттуда было ближе. Казалось, да? На одну сторону встать, на другую... Но потом мы заплыли, и оказалось, что мы... Это две стороны одного архипелага, что ли? Да, мы инвалидные пловцы, это как... А ты по земле бежишь туда же примерно, да? Точно, по дуге. Окей. Шепард, ты знаешь, как быстро мы плывем? Это вот посмотри, вот строго вниз сейчас. Окей. Вот с такой скоростью. Это не скорость. Или меньше. Не, мы просто на месте руками дрыгаем. Я говорю, у меня уже устал палец. Как температура тельца, ребята? Нормально. Нормально, да. Пока мирный кто-то сидит, спрашивает. Конечно. Руками же мы дрыгаем. Ну, вертолеты пронесло, они просто пролетели вас, короче. Ну, они в другую сторону свернули. Ну, им повезло.
Им, да, им действительно повезло. Вот там с моря начали бы смолить. Прикинь, мы сейчас начинаем подплывать, а на берегу три игрока стоят со снайперками и смотрят. А мы такие плывем. И они такие ждут, и они ждут просто. Я бы гранату кинул на их месте. Куда, в воду? Себе под ноги убился бы и дал нам шанс. Ну, в армии работает. У меня гранату сняли? Да, я снял. Отлично, я ее заберу, потому что у меня Макарыч, я хочу хоть что-то уметь. Мы вроде приплываем, Артур. Совсем близко. И если мы чуть-чуть левее дадим, то... Да-да-да-да-да. Уже сможем встать на ноги. Потом разворачиваемся и плывем обратно, окей? Окей, мне понравилось. Давай повторять. Мне тоже. День. Отлично. Завтра в это же время. Все, ты провалился под землю. Мне норм. Вы приплыли? Да. Да. Раз. Пипец. И вот там у вас должны быть лодки. Если вы будете бежать так, что море будет слева от вас... Угу. То есть обратно вот по этому всему полукругу. Должны стоять 4 лодки. Не вместе, конечно. Где там лодки? Ты уверен? Ну, потому что я видел, а я довольно долго плыл и рассматривал под берег. Ну, а если бежать назад, то увидим. Неужели вертолет теперь это единственный способ попасть туда? Ну, я бы вот тут машину вообще спрятал на месте людей. А вот не все машины в гараже, Джек. Ну, кроме нашей. Естественно. У нас же гаража нет. Мы же бомжи. Ну, как бомжи? Хреново. Без определенного бомжа. Бездомный. Shepard, where are you, master commander? Я бегу по берегу. Налево туда, да? Куда тебе сказали? Да. А я вот... кого из нас есть сумка, ребят? Я понял. Все-таки бомжи. Да. Я проверил, потому что я не помню, я уже упоротый. Алкаш 471 убил кого-то. Только бутылки. Ну, там врыв. Слил 30 метров. Он просто кинул Энфилд на 30 метров и убил самим стволом. Мучачас, ты меня видишь? Yes. Хорошо. Лодок нет. Вообще, лодки нет, пропиты. Нет. Я же говорю, нет. Ну давайте встретимся тогда. Где мы встретимся? По береговой линии вот так? Точно. Окей. Но... Береговая линия, знаешь, она идет налево, 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 и приходит потом... обратно туда, к этому Любелю, или как его там. Очень. Так ты знаешь, где Артур город? А город вот куда я сейчас смотрю? А мы вот это сейчас все будем оббегать, что ли? Ну, можете. Самая интересная серия вообще. Подождать. Это даже лучше, чем ночью бегать. Да кто виноват, что зомбак разогнался и сломал мне яйца? Нормально, нормально. Нет, тут-то как раз никаких претензий. Вон там, кстати, антенна слева на горе. Как это никаких претензий? Он сквозь землю влетел в меня головой. Не, я говорю, к тебе никаких претензий. И к твоим яйцам. Разработчик, верни мне мои винчестеры, гранату. Написал такое, знаешь, заявление, судебный иск, все, и выиграл суд. Вернули тебе винчестер. Это был невероятно, это же был жуткий зомби. Он был создан, чтобы убить меня. За мной? Да. Блин, зачем? На лодке реально все взяли, да и угоняли. Вон, вижу радиовышку, там рядом с радиовышкой стоит лодка в бухте. Ты уверен? Нет, да, это на карте. Какая-то, знаешь, карта, по-моему, в которой на том пошутили. Подожди, ты где эту карту нашел? В гугле. Может быть, это старая версия Тавианы? Это карта Тавиана 3, карта Тавиана 4 в природе на гугле не существует. И на Тавиана 3 и Тавиана 4 спаун лута совершенно по-другому. А вот машины одинаково спаунятся, я уже находил. Ну, насколько я слышал, я перепроверял, то есть где мы находили машины и где они там стояли, и все абсолютно схоже. И пожарку, которую мы находили. Просто в комментариях товарищи уже неоднократно говорили. Ну, а про девочку товарищи тоже говорили. Не, ну да. Такие товарищи. Может быть, некоторые спаун машин где-то и поменяли или добавили? Нет, спаун всего поменяли вообще. Нет. Может быть, конкретно некоторые детали и остались по-прежнему. Ну, прямо сейчас я открываю, братан, смотрю, а там стоит пожарка, где мы ее нашли. Ага. Вот на аэропорту, вот она. Шепард, вы не находите наше путешествие крайне увлекательным? Самое увлекательное путешествие. Это даже лучше, чем к ретранслятору пилить. Там, кстати, антенна, видите, такая на горе?
Да-да-да, мы к ней бежим. И я к ней. Ни лодок нет, да, то есть? Nope. Нет. Возможно, на деревьях где-то они спрятаны. А, возможно, да. Я об этом не подумал. Прячутся. Вообще, у меня есть отличная идея, Артур. Давай на счет три просто навскидку стрельнуть друг в друга. И кто в кого попадет. Это уже сейчас просто... Это сегодня... Не самая твоя худшая идея, но близко к тому. Идея про белов была все-таки немножко хуже. Но, в общем и целом... И то хорошо. Ох. Мы не поем. Да. Не поем. Не надо. Нет. Да нет, это просто мы с тобой под облака забежали. Тогда я думаю, мы с тобой, пампарарам. Ну и тогда я тебя развидел. Так, ну что, я могу сказать, что от радиогорки тут два гигантских просто огромных города. Ты меня видишь? Нёп. Я за ёльками. Чё за городы? Городы. Да их-то их миллион, выбирай любой просто. Как называется? Я не знаю. Я просто на память помню. Я ж, Артур, типа, правей. Эту карту просто так глянул. Для понта, типа, йоу. Видишь меня? Ты только что стоял мне на месте, потом исчез. Сзади, слева. Я. Среди всего из транслятора договорились? Давай, поставь это, подойди. Хорошо. А вон я тебя вижу. Это ты Джека видишь? Да-да-да, я помню. Я в спине кепки. Джек тоже. Окей. Okay. А я в спине. Ой, в спине. В спине. Я в спине. Дедушка. Дедушка, слушай, почему мы так далеко бежим? Я вижу антенну. Там зомби. Я тоже. И там два зомби. И они на тебя побежали. А я такой раз, и давайте за мной, парни. Как вот так вообще ты? Готовы, ребят? Подойдите к антенне. Погодите, погодите. Машина! Машина справа! Справа машина стоит в лесу. Машина в лесу, Артур справа, машина в лесу. Я бегу к машине. Да? Я забил на все, я бегу к машине. Пусть там будет все, я умоляю. Пусть там будет. Пусть она. А колеса я вижу, колеса. Я вижу, есть. V36, пожалуйста. И баррет. Два баррета. С двух рук буду стрелять. Сейчас. А она еще и вся улучшена. Нет, колеса. Одного нет, колеса одного. Двух нет колес. Трех нет колес. Но зато она шикарная, по идее, выглядит. Гиры, Big Jerry Can, Reinforcer Material. Кстати, можно даже сейчас почитать. У нас так, нет колес. Макс, я тебе сейчас сюда положу. Где мы? А ты отсюда возьми. Ага, я понял тебя. Положил? Ну, она полностью починена, только колес нет. Смотри, у нее спереди какой-то. Прикольно. Бензин есть? Она бибикает? Бензин есть. Все есть, вообще все. Рубай бензин. Зачем? Мы можем вернуться сюда с двумя колесами. С двумя? Да. С тремя. С тремя, брат, надо. А, с тремя? Трех надо. Да. А есть тулбокс? Тут можно engine part я могу снять и fuel. Нет, тулбокса нет. Давай. И давай одно колесо. Колесо давай снимай. Колесо снимать? Да. Давайте с ним наберем лучше и там найдем машину и на нее это все поставим. Колесо снял. А не могу снять, пока кто-то рядом я стоит. Ухожу. Слышь, Артур, он прогнал нас. Ага. А, ты меня ударил. Как? Больно? Ну, с разгону больно, да. Опа, слышишь, там к дантисту кто-то пошел. Так, может, я еще инжин сниму? Да не стоит, колесо много места жрет. Пойдем. Без сумки вообще что-то не очень. Вообще не так. Да, увиди, ты понимаешь, куда мы идем? А, честно или как всегда? Ну, ты в любом случае скажешь, что да, а честно или нет, мне не да, сказать. Да, я знаю, куда мы идем. Я просто не совсем понял, как мы вышли после того, как мы сделали этот крюкан. Да. Я прекрасно имею представление, где мы. Что сейчас... мы идем в никуда. Где мы сейчас находимся и куда мы выйдем. Так, как ты, по-моему, говорила, что всегда иди налево. Окей. Это как Артур. Ребята, вы бежите. Сейчас хищник такой. Тёма такой. А он умеет сейчас хищника делать. Тёма, сделай хищника, да? Давай, ладно, давайте. Сделай Чубаку, Тёма. Так, парни, если мы сейчас выйдем к морю, меня особо не ругать. Договорились? А ведь мы пойдем. Ну мы к нему и видим, да. Так, тихо. Даже я об этом знаю. Тихо. Я имею полное представление.
Почему я бегаю быстрее тебя все время? Я устал. Я ухожу. Стой. Не смей. Не смей передразнивать Бориса Николаевича. Борька. Борька. Союз, говорят. СА-58В1. С задачей. Удержать союз. И Крым, говорят, Борька тоже. Падла такая. Борька. Ладно, не будем. Ненавижу политику. Ту-ту-ту-ту-ту. Мы обещали не петь. Вы обещали, да. Вы все обещали, включая тебя. Мы выходим из леса. Севка в ТВ. В лес. Вот с едой, с водой, парни. Сейчас посмотрим. Я хочу есть бежать на. Я понял, имею в виду вообще. Одна еда, одна вода. Тут есть просто пол. Я наполовину ребят, хочу всего. Ребят, что? Ребят, сюда сказал. Темнее, ребята. Справа я какое-то вижу, здание или что это? Да, я вывел, я знал, я имел полный. Стоп, погоди, это не камени? Нет. Что здесь каменям делать? Ты что? Я поверю всему. Мы проплыли в воде, в холодной. Минут 10. Парни, это не камень, вода была теплой. А что-то тут труба его делает. Ой, что ты, да. Стол, что ли? Ой, парни, я знаю это место. Это камени, парни, да? Какие камени? Нет, это где тебя расстреливали из этого, да, с пулеметом. Лепесток. Смотри-ка, а там и вертолеты есть, и что все с подряд есть, и техника. Прикиньте, прибежайте мне в это место, где нас так... Я в пожарку, там магазин слева. На тебя нагрелось. Да вообще, не очень мне интересно. В пельмешку вообще, да. А вот не на меня, кстати, на кого-то другого. На меня, прикинь. Ага, а на меня плевать. Вот здесь у меня должно быть просто плюс 10 к удаче в этом месте. Я иду по левой стороне, по опушке леса. А я в пожарку. А я в магазин. Там, кстати, в СТО, если заключить, уверен, будет новое колесо. Колесо-то крутится, обозрение. Да ладно. Да, справа. Где оно? Справа вдалеке крутится колесо обозрения. Ты увидишь? Я не вижу колесо. Да. Пам-пам-пам-пам-пам. Не показывает. Отстойная прорисовка. Но это не твоя вина. Конечно. Пару а хотя вообще да, твоя. Ах, че, кто-то идет наверх? Кто-то да, не идет наверх. Я пойду в магазин. Патрончик CS, ЧЗ-ку, короче. Винтики, так хорошо. И армачка с одним снагом. Здорово. В магазине. Ох, я в матрицу попал. То же самое будет. Я в магазин подхожу, который рядом с вами. Только я не могу найти проход, ёлы-палы. Сколько можно? Там чернота вместо двери. Ой, простите. Это очень непрофессионально. Вообще. Ну, телефон разрядился. О, да ну нифига себе, я даже не понял, не слышал. Так, ладно, я в магазин не захожу, я в бар, короче, рядом с вами. В магазин кто-нибудь другой сходит. Хотя, ну, да, тут ничего нет вообще. Я стрелялся. Макар, я! Говорим, что стреляем, потом стреляем, вроде как. Что? Я погнал на СТО, ребят. Я не знаю, где СТО. Это... Найдите машину с одним нехватающим колесом, и я к вам приду. А я сейчас найду второе колесо на СТО, и можно искать машину с двумя нехватающими колесами. Можно найти еще одно колесо и вернуться к той машинке, но она, по-моему, для двоих же, да? Да. Мы это Артур у нас, да, побежал справа от него, это, заправка. Я побежал, это я с Эмкой побежал. Справа от меня заправка. Шепард, ты живой? Чем? Я у пожарки. Щелканье опять было скайпа. Нет, нет, нет. Я тут тоже, ребят. Меня слышно все? Да, слышно уже. Все. Угу. Я рядом с пожаркой бар, видите, на угловой на улице, на прикрестке. Нет, там. Да. Или нет, я не знаю. Да, вижу бар. Yes, no, alright. I don't know. Спички, сода и вот это урод. Супер. Урод. Тебе надо слоганы придумывать. Спички, сода, супер. Бинты я. У меня последний пенечка такая. Я бинты как вижу, я их хапаю. Я тоже самое. Ой, блин. Кто-то упал. Зомби заорал, как грохот такой. Я думаю, ну все, пипец, отбегаться. Часы. Тоже да? Непрофессиональный. Да, поверь.
Я автомобиль, истребитель, собственный остров. Я автомобиль. Так, мы конечно. Артур, ты где? Пойдем вдвоем бегать, чтобы не потеряться. Нет, реставрация. Ну поэтому ты и кричал, валялся в центре города со сломанной ногой и кричал: Джек, прибеги, спаси меня с морфина. Хорошо, где пожарка? И ты где? Вот от пожарки, видишь меня? Направо, назад вообще по дороге. Назад. Сюда? В город, видишь меня? Видишь? Все хорошо. Через меня домофон звонили, нужно было ответить. Ага. Ничего страшного. О, зомби. Церковь. Забежим в церковь. Ну, зайдем, Ленин. Может, блин. Я Ленина боюсь. У тебя финичка на Ленина. Вообще. И тут, кстати, мы на площадь с тобой выбежим сейчас. Нам надо на площадь. Вон там точно Ленин. О, часы, я думал, компас. Сейчас я найду себе калаш, это будет грандиозный камбэк. Сейчас я найду себе. Коды лок. Не знаю что. По логике общаться с зомби весьма полезнее, чем с людьми. Для них мозги имеют ценность. Важно, что у вас внутри. Так-то. О, тут, кстати, в этом. Саша сейчас один лежит без патронов. Давай. Оп, оп. Сейчас у меня такой бамс. Урон по мне. Ленфилд. Давай закончим, да. Ну сейчас, давай. Подожди секунду, у нас тут самый ученый идет. Шум. Голова, бабушка. Падаем. Ой, смотри, прыгунчик идет тоже. Так, все спокойно. Ну, в принципе, что? Кто-то Сергей начинал? Я начинал, по-моему. Да, ты. Да. Ну, в принципе, я могу сказать, что я просто, не знаю, я прям расцвел после того, как мы перешли на новый сервер, потому что тупой Counter-Strike мне не понравился, который был предыдущий. Здесь как-то появилась атмосфера, мы по новой, конечно, пришлось начать с нуля, но при этом мы как-то прям второе дыхание захотелось получить что-то новое. У нас есть цель, но пока что мы не можем ее получить, потому что у нас, собственно, ничего нет, мы не знаем на этой карте, где что находится. Так что в ближайшее время найдем лодку и двинем туда, посмотрим, Шуз должен отомстить мэру. Мэр вообще зверюгас умрет, обещаю. Я все хранил, пока ты не толкал. Завтра всего хорошего. Пока, ребят. Всем пока.